На Московской набережной в Чебоксарах этим летом откроется несколько новых зон. Одна из таких – отдельная дорожка для катания на роликах. Велодорожку при этом перенесут на нынешний технический проезд. Также на набережной продолжают сносить постройки, которые не вписываются в новую концепцию. А на мысе любви может появиться зона для выездных регистраций.